Любые осадки в доме, расположенном по адресу Южная, 16, оборачиваются для жителей настоящим бедствием. Из-за того, что крыша давно не ремонтировалась и местами просто отсутствует, дождевая влага минует дырявую кровлю, сразу попадает в квартиры людей. Не помогают ни тазики, ни кастрюльки. Из-за постоянной влажности стены дома не успевают высохнуть, а потолки готовы рухнуть в любой момент. Жители 16-го дома на улице с теплым названием «Южная» не понимают, зачем нужны городу коммунальные службы. То есть по старой памяти они помнят, что такие где-то даже существуют. Но вот чем они заняты, для чего нужны и даже как они, коммунальщики, выглядят, люди успели хорошо забыть, поскольку давно с ними не встречались. Все попытки заинтересовать местный ЖЭК в походе по указанному адресу понимания не находили. У нас именно со стороны ЖЭКа ничего не делается для двора, для того, чтобы как-то облагородить этот двор. Все. Никто ничего не делал. Ничего. Они только что делают. С одной стороны, с внешней стороны, вот я помню, красили вот этой черной краской ворота. Все. Был здесь когда-нибудь капитальный ремонт? Не было. Не было капитального ремонта. Обвалилось все. Сколько я просил, ходил, уже записывали там это вот, но ничего не делали. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что один раз неимоверными физическими усилиями самих жильцов на место желаемого ремонта удалось таки, можно сказать, насильно привести начальника ЖЭКа. Впрочем, тот вырвался и скрылся в неизвестном для жителей направлении. Больше на зов никак не реагировал. Начальника ЖЭКа я привел, показал его, он вырвался, убежал и все. И там записано, я сколько просил, и крыши все старые, все находится в состоянии этого. Да, упадка. Дом под 16-м номером, построенный не менее 100 лет назад, требует ремонта. Если не капитального, то хотя бы ремонта кровли. Крыша давно прохудилась, местами жителям удалось отремонтировать ее собственными силами и за свои деньги. Но большинству состояние финансов не позволяет заниматься кровельным ремонтом за свой счет. В результате во всех смыслах дом буквально в упадочном состоянии. В подъезде и квартирах падает штукатурка и кусками отваливается потолок. Осыпается, конечно, тут упали эти, но они висели, мы их уже как за палкой тронули, чтобы никому не это вот. А так вот это все находится в таком состоянии. Когда сильные ливни, обильно вот течет и прямо все по стенке, прямо дождь. Ну, целый водопад идет, если сильный. Когда снег тоже капает, все. Тазики подставляем? Ну, в парадной я не ставлю, там ставим мы, в перегородке ставим, там, где головы. Благодаря постоянному попаданию дождевой влаги внутрь помещения, стены дома практически не высыхают. В общем, не дом, а мокрое место, которое останется вместо дома. Если, конечно, на него по-прежнему будут не обращать внимания наши постоянно занятые, непонятно чем и для кого, коммунальные службы. Алена Фомич, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».